Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. Ой, у нас сегодня такой тяжелый, очень тяжелый выпуск. Выпуск не для слабонервных, говорю сразу. Но это жизнь. Вчера, ехав поздно уже из приюта, на обочинке в свет фар мне попалась собачка. Вот у меня сейчас нету слов цензурных. У меня только очень много эмоций. Состояние собаки вы видите. Я понимала, что я не могу, не имею права ее спугнуть. Что мне нужно просто взять ее и помочь. Помочь этому бедному, милому ребенку. Знакомьтесь, Снежа. Снежа шла по обочине, еле волоча и перебирая лапы. Я ее подрезала, конечно, начала разговаривать. Она не отреагировала от слова совсем никак. Я взяла ее на ручки и положила в машину. Девочка не кушает, девочка не пьет. У девочки истощение, если это можно назвать истощением. У ребенка кости и ребра. И к тому же ребенок беременный. Я экстренно связалась с клиникой города Рязани. Сегодня мы приехали в стационар. Ребенка сразу же положили в палату интенсивной терапии. И дальше мы будем следить за судьбой Снежи. У меня, простите, я не знаю, как говорить, что вообще говорить. Вы простите меня за эти эмоции, но это страшно. Это страшно и меня... Простите, меня, честно, у меня просто, нет у меня слов. А вы все, наверное, меня поймете по поводу Снежи. Дальше, время 12 час ночи, мне поступает звонок, что на одном из предприятий, где УМЗ это у нас опытно-механический завод, у собаки что-то вырвано, что-то у нее, в общем, на груди. Мы поехали, собаку вечером не нашли, было уже очень поздно. И сегодня утром я сразу же поехала посмотреть данного питомца. Знакомьтесь, это Дик. Дика я кастрировала лет 6 назад, когда предприятие, опытно-механический завод, еще функционировал, то есть он работал. Он вырос там со щенка, и ко мне обратилась девушка Марина и попросила собаку прокастрировать. Собаку кастрировали, чиповали. К сожалению, наверное, через год развалился этот завод, и Дик все равно остался жить на том месте, на каком он вырос щенком. Я их кормлю, я езжу кормлю, он пережил отстрелы, отравление, пережил все, потому что он живет на территории завода, завод достаточно большой, он не функционирует, но при всем при этом там есть охрана. Вот, и когда сегодня приехав и поняв, что это Дик, это было дико. И моя версия такова, когда мы уже приехали в клинику, мы все пришли к единому мнению, что это ножевое ранение. Вот. И, скорее всего, возможно, кто-то пытался пробраться на предприятие, потому что там достаточно много чего есть вынести. И Дик, все-таки имея свои охранные качества, может быть, гавкнул, и собаку просто полоснули. Я не знаю, как он не умер от кровотечения. Я не знаю, как они, слава богу, не задели ему сердце. И Дика мы экстренно отвезли в клинику на операцию. Его очень долго промывали. Собака, во-первых, возрастная. Я понимала, что до Рязани я его не довезу, поэтому экстренно делали все. Что чего, во сколько обойдется стоимость. Сейчас он будет находиться на стационаре. Молю Бога, чтобы он хорошо перенес наркоз. Все-таки уже возрастной пес. Там уже и катаракта у него на глазках появляется. Но а второй случай, он самый, но он такой же шокирующий, что вот честно, я сегодня целый день пребываю, и мы еще поехали сейчас с Клёпой, с девочкой Снежей, плюс наша киска, мышка. Я всех отвезла сейчас в Рязань. На данный момент я стою в Рязани, я буду ждать операцию Клёпы. То есть Николай Николаевич сегодня его прооперирует и сразу же его нам отдаст. Вот, и знаете, это не укладывается ни в одном нормальном человеческом мозге. Я вот честно, кто издевается над животными, я бы устраивала бы самосуд. Первое, что бы я делала, вы меня простите, конечно, это мои эмоции, но они у меня сегодня такие грубые, но я бы отрубала им руки за то, что они причиняют боль слабым и беззащитным. Моя такая большая дружная семья. Вот такой у нас, к сожалению, конец месяца. Нам не выжить без вашей помощи. Я очень обращаюсь к каждому из вас. Помогите оплатить собак, помогите вытащить этих тяжелых животных. Только с вашей помощью и с Божьей помощью помолитесь. Я очень прошу вас каждого открыть свое сердце и каждый из 8000 подписчиков скинуть нам по 100 рублей. Помогите спасти жизни этих замечательных детей. Снежи и Дика. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.